Чина, конечно, я вас приглашаю на эту импровизированную сцену. Ну а почему не может быть? Как вас зовут? Юрий. Юрий, меня Василий, очень приятно. Давайте какой-нибудь покажем трюк с моей дамой. У меня есть такой... Когда она меня не слушается, я ее связываю веревочками, чтобы она получила наказание. Давайте здесь свяжем ручки, ножки. Проверьте, веревочка настоящая. Как связывать? По-настоящему будем связывать? По-нормальному. Вот смотрите. Итак, мы берем вот так руку и завязываем. А можно морской узел? Морской я не умею, но вы можете завязать, пожалуйста. Завяжите? Хорошо. Не буду я. Не будете, да? Ну что, попробуйте. Смотрите, я завязываю один узел. Вот. И вы можете завязать, пожалуйста, вот бантик, посильнее затяните. Да. Ну что, получается? Дальше. Thank you.
Чего-то, наверное.